Уважаемые пациенты, сегодня мы рассмотрим, какие родинки удаляют лазером. А прежде всего, родинки – это пигментные новообразования кожи, возникающие из клеток эпителия. По данным статистики, родинки встречаются в 60% случаев новообразований кожи, доброкачественных новообразований. Они возникают прежде всего при наследственной предрасположенности и также могут появляться от гиперинсоляции, то есть от длительного пребывания на солнце. Родинки могут быть единичные, могут быть множественные. При травмировании родинок и нерациональном их удалении могут появляться новые мелкие множественные очаги, что нежелательно для пациента. Поэтому необходимо вовремя распознать эти очаги и при необходимости своевременно удалить. Какие родинки подлежат удалению? Прежде всего, те, которые беспокоят пациента, находятся на местах повышенного травмирования кожи. Это подмышечные области, паховые области, области пояса, места трения у женщин, область бюстгальтера. При этом смотрят, как меняется родинка. Прежде всего, может изменяться форма, цвет, размеры, нарушаться ее симметричность. При этом надо срочно обратиться к дерматологу, дерматоонкологу или к онкологу. При этом, при переходных невусах, при склонности к козлокочислению, проводится хирургическое удаление или удаление электроножом с последующим гистологическим исследованием. Большинство же родинок повышенного риска на местах трения можно удалять различными другими методами. Это криодеструкция, прежде всего мелкие поверхностные новообразования. Это лазеродеструкция, электрокоагуляция и удаление методом электроволновой терапии сургитроном. Удаление опухолей электроножом, то есть сургитроном или электрокоагуляцией, проводится в том случае, если необходимо взять участок этой кожи на биопсию. В остальных участках, в остальных случаях наиболее благоприятным является удаление лазером. После обезболивания послойно лазером удаляются проблемные очаги, снимается поверхностный слой, и мы контролируем за счет этого глубину удаления родинки. При этом образуется не корочка сначала, которая отходит, и образуется нежный рубчик, в дальнейшем мало отличающийся от цвета окружающей кожи. Если у кого будут проблемы с родинками, обращайтесь в наш КВД Москва, наши специалисты помогут вам. Всего хорошего, приходите к нам в клинику.